Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой друг Александр Уманчук. И сегодня, по вашим многочисленным просьбам, вы просто меня завалили своими письмами, комментариями, просили послушать Дарью Чеботареву. Я услышал ваши пожелания и решил, почему бы нет. Давайте посмотрим, что это за артистка, тем более, что я практически вообще не знаю о том, что она делает и как она поет. По традиции попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, рассказать о канале друзьям и вообще быть позитивными ребятами. Сейчас это как никогда необходимо. Я думаю, что без лишних телодвижений мы начнем слушать. Я выбрал сегодня две песни. Это одни из самых популярных песен у нее на канале. Но это канал группы, но, наверное, она поет в группе. Я, честно говоря, не очень знаю. И напоминаю, друзья, что это реакция. Реакция — это не обзор и там не разбор. Реакция — это реакция. Вот я смотрю и реагирую. Надеюсь, что мы с вами договорились. А сейчас начинаем. Дарья Чеботарева, кавер на песню группы «Кино», «Невеселая песня». Очень сконцентрированный бас-гитарист. Такая серьезная. Ну правильно, песня серьезная, надо и петь серьезно. Я уже устал качать головой. Проигрыш достойной группы «Кино». Слушайте, друзья, я, наверное, скажу сейчас крамольную какую-то вещь, но мне почему-то кажется, что это такая Полина Гагарина на минималках какая-то. То есть и внешне, и голосово чем-то похоже. Есть тенденция вот к тому же заглублению, вот к этой зелебобе, какая есть у Полины Гагарины. Я не знаю, может, мне кажется, если что, напишите в комментариях. В целом, все неплохо. Все неплохо, и такой коверок, все в стиле, все качает. Вокал будем слушать, смотреть, что там дальше будет. Пока я в целом ничего выдающегося не слышу. Приятная молодая девушка, приятный голос, в нотки все попадают. Ну, понятно, что записана это такая полустудийная версия кавера. Слушаем дальше, смотрим. Вот слышите, вот эти немножко заглубления, они прям иногда бросаются в уши. Съемка мне нравится. Стильненько. И песню я люблю, я вообще люблю группу «Кино». Ну, честно говоря, скажу вам так, каких-то сильных распевных нот здесь нет в этой песне, и она достаточно мелодикламатичная такая, я бы сказал, очень напористая, энергичная. Здесь такая получается смесь некого русского рока с женским вокалом, не знаю, насколько это органично слушается. В целом, мне ничего не бросается, вот в глаза, в уши, если можно так говорить, бросается в уши. Я бы не сказал, что я слышу что-то выдающееся пока, послушаем еще один какой-то кавер. Я бы не сказал, что в этом есть какая-то яркая индивидуальность, я таких голосов
голосов слышал много. Это неплохо и нехорошо. То есть это хороший, женский, приятный тембр. Вот есть такой намек на Полину Гагарину почему-то, вдруг мне показалось. Может быть, Дарья намеренно пытается как-то немножко вот в ту сторону копать, двигаться и пытаться себя направлять. Ну, давайте слушать дальше. Невеселая песня моя. Почему-то песня. Такое тоже, как будто легкий. Вот у нас, знаете, у нас почему-то девочки, большинство девочек на эстраде или там в рок-музыке начинали с народных песен, с народного вокала. Я не знаю, может быть, это оправдано, потому что, в принципе, между народным вокалом и эстрадным вокалом разница не так велика, как между академичным вокалом и эстрадным, например. Но вот эти фольклорные нотки местами, они выбиваются из жанра. То есть получается такой нео-рок-фолк, что-то такое. Ну, опять же, дело вкуса, друзья. Если вам нравится, пишите в комментариях. В целом, мне ничего не резануло. Прикольно. Но опять же, вот какого-то вау я пока не ощутил. Послушайте, вот на этих «Игра», вот она где-то туда заглубляет, вдаль чуть-чуть отдаляет эти звуки. Получаются они очень утрированные, чуть-чуть как будто бы с таким, с легким нарочитым жирком, который там не оправдан, наверное. Тут более яркий, более компрессированный звук хочется. Опять же, друзья, я если что-то вам изображаю, я делаю очень утрированно, поэтому не обижайтесь. И если Даша посмотрит, тоже не обижайся. Все у тебя на месте, все классно звучит. И просто вот эти оттенки, это либо осознанно, либо неосознанно. Последи за ними. Допустим, допустим. Интересно. Вообще, сама по себе идея петь песни Цоя в женском варианте, это, конечно, заявочка, заявочка. Многие не любят, когда я пару раз что-то произношу. На самом деле, я в эти моменты думаю о том, чтобы сказать дальше. А ну давайте, «Я так соскучился». Попробуем послушать. Дарья Чеботарева, «Я так соскучился». Группа «Порнофильмы». Песня известная, драйвовая. Там нужен прям такой хороший драйвовый вокал. Давайте послушаем, насколько будут различаться эти песни. Потому что тоже очень важно, насколько человек может работать в разном репертуаре, в разных жанрах. Погнали, друзья! О, микрофон, я обожаю этот, он огромный. Это как если бы вот этот увеличили в два раза. Город расколется на миллиарды зеркал. Рвутся в любовных пожарах петарды сердец. Стенка за стенкой, душа за душой тоска. Тянет в болотную топь заколдованных мест. Такое вот начало в этом нижнем диапазоне, как будто вообще ребенок поет. То есть ощущение, как будто еще не досозревал голос. То есть такое вот очень по-детски это звучит. И на самом деле я думаю, что девушка-то молодая. И песни-то серьезные, что у кино, что у порнофильмов. У кино-то, наверное, посерьезнее даже будут. И с точки зрения текстов, драматургии. Насколько вот молодая девушка может это все осмыслить, передать и прожить. Ну, смотрим, ладно. Интересно. Я же тебя никогда никому не отдам. Ну, здесь немножко по-другому поет, кстати. Пело сердечко и плакали гордые льды. Наши тела бы могли отыскать по следам, если бы мы не забыли оставить следы. Дайте мне белые крылья, я
через тернии провода, в небо только б не мучиться, тучкой маленькой я обернусь над твоим крохотным домиком, разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Есть легкая назальность в звуке, причем хотел сказать, что звукорежиссер молодец, поработал. Знаете, это те, кто заходит ко мне на стримы, где мы оцениваем вокал подписчиков. Очень часто такое бывает, что высылают студийную какую-то версию или полустудийную версию, где поют идеально, великолепно, все там подтюнено, подтянуто, где надо дотянуто. А вживую совсем не так это все звучит. Здесь, конечно, тоже сложно как-то это оценивать в том смысле, что видно, что это записано было заранее. Это неплохо, кавера на YouTube часто записывают в таком формате. Отдельно видео, отдельно аудио. Даже я так делаю. Поэтому вообще ни претензия, ни осуждение. Но интересно будет потом, если вам понравится, если вы поставите хорошее количество лайков, друзья, то я найду видосы, где Дарья поет вживую, и мы послушаем, сравним, как это звучит вживую, как это звучит в такой студийной записи. Вообще, в целом, все звучит мило, приятно, женственно, даже я бы сказал, со своей какой-то индивидуальностью. Не могу сказать, что она какая-то яркая, супер выделяющаяся. Но я прекрасно понимаю тех людей, кто, допустим, кому нравится Дарья, кто фанатеет, и это вообще кайф находить себе людей, с которыми у тебя есть какое-то совпадение. Сам я лично, наверное, такие кавера, ну, можно послушать пару раз. Конечно, это очень далеко от оригинала, и это тоже неплохо, наверное. Извините, болтаю много. Знаешь, я так соскучился. Вот на этих «ся» слышно прям приназальность. Знаешь. Опять же, ничего в этом тоже такого нет, в принципе. Встретимся и за секунду проносится ночь. Такая советскость какая-то есть в этом. Но вечность звука обрушится вновь. Ну, внизу низковато. Так почему же мы все разбегаемся прочь? Зная, в каком направлении наша любовь. Ну, зато гитарист как кайфует, смотрите на лицо. Мы друг для друга давно стали как зеркала. Ну, вот такие приятные моменты, когда видеть чуть притвангованный звук. Все чаще себя узнавать. То есть слышно, что девочка там либо учится, либо обучена, где-то занималась. Но таких девочек большое количество. Я не знаю, чем она будет брать. Но вот у нее есть уже, скажем так, одна из ее характерных особенностей. Она перепевает мужские какие-то песни, достаточно жесткие, достаточно рокерские, в таком более нежном, более женственном варианте. Это фишка, своя фишка. Такая есть не у всех. У кого-то там кто-то переводит песни, как Радио Тапок, например. Кстати, если хотите на Радио Тапка тоже реакцию, то пишите в комментариях. Кто-то, наоборот, поет русские песни на английском там или что-то такое. Вот у этой девушки свой путь. Таков путь. Нитью незримой нас намертво шила игла. Так больно, когда города нас хотят разорвать. Как будто многовато ревером мне вот на мой вкус. Дайте мне белый. Вот эти... Да, вот они немножко на опущенном небе и на хорошем давлении. Может быть, если они были бы более яркие, более позиционные, было бы интереснее, звучало больше, было бы обертонов. Но это так, доколебки, извините. Выражение. Вот появляется вдруг такая зелебоба местами. Через тернии провода в небо только б не мучиться. Опять же, вы знаете, что такое? Вот эта зелебоба, это, по сути, искусственное укрупнение голоса. То есть мы за счет вот этой жаберности добавляем как будто бы такой толщинки легкой. И это говорит о том, что голос-то не сильно большой. И искусственным образом он чуть-чуть укрупняется именно эффектом. То есть это такой эффект, трюк своего рода. Я не могу сказать, что мне такое нравится. И вообще вот такая жаберная манера, она вредна, на самом деле, для голоса. То есть это пение не на хорошей опоре, не на полном дыхании, а именно на тканях, на мягких тканях, на мышцах шеи и так далее. Но, опять же, каждый поет так, как ему нравится, почему бы нет. Тучкой маленькой я обернусь над твоим крохотным домиком, разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился.
И концовки очень пробрасывает всегда. Я так соскучился. То есть, получается, такие запускает и пробрасывает концовку, она, получается, недотянутая, непропетая. Но это тоже такая стилистическая штука. Многие меня упрекают за то, что я как бы говорю, вроде так норм, но в принципе так можно. Ну, то есть, такое получается некая конформистскость во мнении. На самом деле это связано с тем, что я вообще терпимый человек. Я вообще, можно сказать, самый толерантный человек на свете. Я никого ни к чему не принуждаю, никогда не заставляю. И вообще транслирую на канале всегда мнение о том, что главное, чтобы вам было комфортно, удобно петь. И чтобы слушателю, зрителю нравилось то, как вы поете. Это самое важное. А там уже все остальное — это вот разборки всяких задротов и экспертов. Но тем не менее. Знаешь, я так соскучился. Ну что ж, друзья, мы послушали два кавера. Напишите в комментариях, как вам пение Дарьи. Мне в целом все подошло, все понравилось. Конечно же, у Дарьи еще большой путь впереди. Ей еще есть куда стремиться и к чему двигаться. И мы ей пожелаем только успехов на своем пути, чтобы она развивалась в вокале, развивалась как музыкант. Потому что очень многие забывают, что вокалист — это еще и музыкант. То есть человек, который музыку вообще-то создает. Ну а вам я желаю, друзья, не унывать. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, рассказывайте о канале друзьям. Обязательно подписывайтесь в Телеграм, в группу ВКонтакте, в другие соцсети и ждите новых выпусков. Они будут обязательно на канале Уман Ченнел. С вами Сашко Уманчук. Ну и вообще, друзья, всем хорошего самочувствия, отличного настроения. Пакетов. Пшш.